Привет, друзья! Мы тут вот с Евгением Воропаевым, нашим другом и участником школы «Человек будущего» Homo Futurus, тут записывали Zoom про катарсис, инсайты. Да, он такие интересные вещи рассказывал. Но он же студентов там обучает, он актер, там музыкант. Да, и Zoom пропал. Вот вы представляете, запись пропала, а я там как раз ему говорил: «А знаешь, Женя, почему в черном ходят священники и монахи?» Мне это рассказывал тоже Евгений, Женя Архиереев, художник, такой очень большой художник. Он мне рассказывал еще в юности. Он говорил: «Потому что, говорит, черное на фоне черном, лицо как портрет». Ну да, белый, ну вроде свет, ну это как интересно, правда же, да? Ну ничего, мы с Евгением Воропаевым договорились, что следующий выпуск сделаем интереснее, лучше, качественнее, вроде была генеральная репетиция. Ну вот мы любой минус можем превращать в плюс, у нас же творческий подход к жизни. И на следующей неделе ждите, пожалуйста. До встречи. А сейчас напоминаю, что у нас как раз-таки вебинар в четверг, 21 час по московскому времени, именно об этом. Как себя правильно загрузить многотемьем, многопроблемностью, как и в жизни бывает всегда, когда вы спать ложитесь, чтобы озарение пришло по заказу, называется. Потому что спонтанно оно обычно всегда приходит, спонтанно, в удобный момент. А чтобы не быть у судьбе в колеснице, а как раз быть творцом своей судьбы, чтобы ты мог озарение, вдохновение вызывать у себя по заказу. До встречи, друзья!